Шымкенте найден труп мужчины. Около 9 часов вечера жители ближе до вокзала сообщили в полицию. По их словам, их беспокоил неприятный запах соседнего дома, где и был обнаружен труп. Мужчине около 35-40 лет. По-видимому, тело лежало несколько дней и начало разлагаться. Криминалисты, запаковав тело в полиэтиленовый мешок, увезли на криминалистическую экспертизу. Ведется расследование. В Шымкенте в 11 микрорайоне около 2 часов дня загорелась автомашина марки «Део Матис», припаркованная возле дороги. Противопожарную службу об этом сообщили прохожие. На место пожара в течение нескольких минут прибыла расчет из 7 пожарных. Так как автомобиль горят очень быстро и на все усилия пожарных, автомобиль выгорел дотла. К счастью, никто не пострадал. В данное время следователи противопожарной службы выясняют причины возникновения пожара. Еще один факт пожара произошел в старом городе. На сей раз начала гореть новая постройка у жилого дома. О пожаре сообщили сами жильцы около 8 часов вечера. Как стало известно, загорелась крыша новой постройки. На место пожара выехало 3 единицы спецтехники и 15 пожарных. В течение 25 минут они полностью локализовали пожар. К счастью, жертв и пострадавших нет. В данное время службы противопожарной службы выясняются причины возникновения огня. Thank you.